В Архангельске на стадионе имени Личутина прошел областной чемпионат снежной регби. Правила практически те же, что и в знакомом для нас американском футболе. Но северный колорит добавляет остроты и в тактику, и в зрелищность. Все увидел Александр Богданович. Первый матч чемпионата начался с противостояния северодвинцев команде «Водник-2». Даниил Петухов играет в регби второй год. Признается, сложность в том, что все основано на тактических действиях. У игроков задача раскачать соперника, открыть зоны для прохождения, так как поле небольшое. Сейчас были моменты, что есть ошибки небольшие именно в тактической сфере, где парни немножко не те позиции закрывают, открываются, то есть где-то как-то не так сыграют, где-то. И за счет этих моментов, то есть у нас сейчас немножко были сложности, получается. Всего на поле вышли 4 команды, 2 северодвинские и 2 из Архангельска, которые представляют «Водник-1» и «Водник-2». Сыграли мы неплохо, вроде бы удалились, но не помешало нам выиграть в этой игре. Взяли оба тайма, поэтому играть получилось на кураже, как-то быстро, так активно очень. Сегодня в регионе ведется набор в мужскую команду по регби, которая будет представлять Архангельскую область на соревнованиях различного уровня. Потихоньку сейчас омолаживаем состав, более узнаваемые стали, благодаря игр, ну что много игр у нас сейчас уже проходит, соревнований областных, чемпионатов. Вот, уже набираем сейчас студенческую команду САФУ. Также хотим на базе техникума еще команду сделать. Вот, и также у нас есть еще детская команда, которая регулярно занимается. При этом наши регбисты в этом году уже достигли неплохих успехов. Я думаю, многие уже заметили, что регби на снегу уделяется дополнительное внимание. В этом году мы впервые провели один из туров чемпионата Северо-Западного федерального округа здесь, в Архангельске. Второй тур состоялся в Нижнем Новгороде. И замечательно, что сборная Архангельской области отобралась на чемпионат России, уже съездила на чемпионат России. Пускай, может, выступила не так хорошо, как нам бы хотелось, но мы в начале этого пути, я уверен, что у ребят многое получится. Завершился чемпионат области по регби на снегу победой команды «Водник-1». Она обыграла Северодвинск со счетом 5-4. Бронзовые медали у «Водника-2». Александр Богданович, Денис Линчевский, «Регион-29».